Так. Ну, города пока добавлять смысла нет. А все преимущество от городов будет, если добавить дворцовый район. И заход будет оно добавлять как бы очки. Допустим, военный район присылает подкрепление, солдат в территорию, которая находится рядом, если мы на нее нападаем там или проходим какой-то сценарий. Промышленный вроде как присылает механических воинов, вот тут написано. А торговый присылает караван с деньгами. Так, непокорный виконт. Наместник Таруны всегда верно служил Миане, однако после смерти Кульца он внезапно вывел Таруну из-под власти Миана. Люди Карли не донесли о новой технологии, попавшей в руки наместника. Не ее ли он нанес из Миана? После смерти Петруццо, виконт не пожелал мне подчиниться и провозгласил независимость от Мианы. Очевидно, мои способности лидера не внушали ему доверия. Теперь нам стало известно, что виконт обнаружил обломки какого-то странного летательного аппарата. Я ничего подобного никогда не видел. Что бы это ни было, это позволяет ему делать мощные змеевидные машины. Мианские солдаты, мы обращаемся к вам за помощью. Вот уже несколько дней, как мы сидим здесь без еды. Поделитесь с нами, а мы поможем вам. Thank you.
Это просто чудо, что вы нашли нас вовремя. Мы сдержим свое слово и поможем вам.
Похоже, механические змеи пошли против своих бывших хозяев. По руинам храма можно определить, что замышляет Виконт. Он хочет приспособить щиты для защиты своих зданий, но пока это у него не вышло. Надо ударить по реактору. Это сердце всей операции. Думаю, теперь нам будет легче. Эти устройства неизвестны науке Винчи. Откуда они могли взяться? Я это уже видела, Джакомо. Груз из шахты и новое оружие Дожа. Похоже, здесь орудуют какие-то непонятные силы. Тем больше причин немедленно покончить с Дожем.
Теперь, когда с Виконтом покончено, мы восстановим второй мир и порядок. Ну вот, классно. Нужно 6 очков.